Привет, друзья! Вы на канале Славон и Мельком. Мы сегодня в Одессе. И показываем вам, где мы сняли жилье на Airbnb. В новостройках. Жилой комплекс «Жемчужина». Всего $18 в сутки. Прекрасное жилье. Собственной охраной, с паркингом, все очень круто. Там справа море, фонтан, подземный паркинг, вот это наш дом, красавец. Главная достопримечательность — это авиалайнер вдоль дубов, южной листвы, берез, осин. Все, все, все. Юля, помахай рукой. Юля махает. Да, круто жить в Одессе. Это же наш вид с балкону. О, красота. Это наш этаж. О, и соседи, и Стив Джобс у нас тут. Привет, Стив. Мы идем домой. Такой коридорчик, история Стива Джобса, чтобы людям, здесь, кстати, можно хранить велосипеды, мотоциклы, мопеды, чтобы люди могли помнить, как добиваться успеха. Там передайте камеру профессионалу. Вот, Юлёк передала камеру профессионалу. Вот такая вот квартирка, которую мы сняли на Airbnb. Это ложа, ложа молодоженов. Телевизор прямо напротив кровати. Дорогой ремонт, белые. Белые, белая мебель, белая. Белое все, вообще белое все. Это все двери, белые кресла. Кстати, посмотрите. Посмотрите и гордитесь Белоруссию. Двери Белоруссии. Смотрите, какие красивые, красивые какие двери. Это у нас кухня. Кухня, красота. Смотрите, какие отличные дизайнерские решения. Цвет какой, телевизор. Еще диван. Здесь, кстати, тоже могут ночевать два человека. В общем, по-хорошему квартира может вместить четверых. Вот это вид прекрасный, там море, море, всего 500 метров от моря, и угадайте, это все удовольствие стоило нам $18 в сутки, $18 в сутки, это, посмотрите, какая белизна, это все наша уборная, красота, красота, здесь сушилка. Это я. Привет всем! Вы на канале Славон и Мельком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, друзья! Кстати, если вы все еще не зарегистрированы на Airbnb, то внизу под этим видео вы найдете
ссылку на скидку в $30. $30, ребята, на первое бронирование на Airbnb. Это реально круто. Оно работает только по моей индивидуальной скидке. Ссылки. Поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь, снимайте жилье на Airbnb. И до новых встреч, друзья!